Садоводство. Здравствуйте. Как начинающий садовод хотел у вас приобрести семена абрикоса и сливы. Только вот не знаю, какие выращивать для подвоя, а какие для привоя. Ну, судя по грамматическим ошибкам, человек новичок. Привать хочу сам. Я так понимаю, привать надо на однолетний подвой. Спасибо. Привать надо, дружище, на однолетний подвой, тогда, когда он хотя бы достиг толщины карандаша. Хотя бы. Он может этого не сделать, тогда еще год будете расти. Тогда получается на 1-2-летний подвой. Как получится? Вот. Теперь у меня есть как бы быстро. Каталог. Каталог всем рассылаю. А человек, видимо, новичок. Новичок, а я ему сказал, вы, пожалуйста, на вебинаре расскажу. Не могу я вот так вот писать и каждому такое послание отправлять. Вот чокнуться можно. Тогда получается следующее. Вот это каталог, так. Обратите внимание. Будущий привой или корнесобственный. Будущий подвой и корнесобственный. Будущий подвой, вот. А понятие подвой – это то, что нижняя часть дерева. Привой – это то, что мы прививаем на подвой. Вот. Ну, вот это все не могу я все рассказать. Смотрите. Сейчас все грамотные, пожалуйста, сами. Кстати, уже я тут всем отказывал. Сафронов выслал посылку вот с этими. Поверьте, это не шутки. Если не будет вот таких ленточек, качества у вас такого не будет. Ой, сколько раз рассказывал. Сантехническую ленту берут. Берут вот такой нож на две стороны заточен. Найду его сейчас. Нет, наверное, искать не буду. Сейчас вот я случайно. Случайно попадешь под руку, не глядя. Вот такой нож. Но этот получше, есть еще хуже. К нему добавляют сантехническую ленту, которыми обматывают трубы, знаете, с дырками. Знаете, водопроводная труба. Пишут набор для прививки. Нож с двухсторонней заточкой абсолютно не годен. А эта лента, она как сопля вот так вот. И как-то не обматывая, она тут же теряет эластичность и нить. В общем, а мне такую прислали. Подарили мне хорошая женщина. Хотела мне сделать подарок. Вот. А вот это настоящая лента. Через можете заказывать, потому что она уже в пути. Ну а это, да, книга. 1500. Кто участвовал в сборе денег, там получалось 700 рублей. Деньги собрали, скоро она выйдет, тут уж, извините, 1500. Вот цену назначения. Это то же самое ко мне претензии, прежде всего, Пушкина. Вот вы читаете, там Пушкина сборник какой-то стихов, а он деньги стоит. Допустим, том это стоит 1000 рублей. Вы скажете, Пушкина надо отсюда стоит 1000. Нет. А моя, это самое, а вот это уже я. Электронная версия, все дешево, видите? Ну и, наконец, все понятия, вот они. Вот это все, что прочтете, и все будете знать и уметь. Вот. Без моих косточек сад вырастить невозможно. Сейчас еще, может, другой раз покажу. Тут две крайности. Я уже много-много тысяч заготовил у сурецких груш семечек. Зачем такой запас? Я сам не знаю. Потом буду думать. Вначале соберем. Не очень большой урожай в этом году. Вот. А семена, без них невозможно сладкие груши иметь, в принципе. Я же вам вначале как рассказал, вспоминаем. Так просто. Купили, саженец пришел из Урала, 5 лет ждали, получили дерьмо. Настоящее дерьмо, так и назвали его. Вот. Почему? Потому что в этих питомниках нормальных-то этих нету. Сортов нормальных нету. Очень беда. Получается, уссурийские груши вырастили, когда им исполняется год-два,
прививать, иначе никогда у вас не будет. Там несколько сотен этих же груш, которые вырастет Сергей Железов и Татьяна Железова. Для всей России, извините, не хватит. Ладно, будем считать, я как мог ответил на этот вопрос. Вот. Сейчас мы вернемся обратно. И сейчас надо сходить. Мне надо налить. Поливать хочу сам. Вот этого молодец, сам.